Доброго здоровья, хозяева, гости почетные со всех властей. В старину у поморов последний день января назывался Афанасьевский ломонос. Считалось, если в этот день птицу кругами летают, места себе не находят, морозный будет следующий день. А теперь о погоде. В Вельске 2 градуса ниже нуля. Небольшой снег, пасмурно. В Мирном погода остановилась на отметке минус 4 градуса. В Новодвинске 5 градусов ниже нуля. Небольшой снег. И подробнее о погоде в Архангельске. Утром ветер южный, температура воздуха минус 4 градуса. Днем минус 3, минус 4. Такая температура продержится до вечера. Чтобы этот день остался таким же теплым, хочу подарить вам песню. Между мной и небом легкий снег кружится, укрывает наши теплые дома. Словно бы открыла чистую страницу, перед нами снова белая зима. Это была погода на телеканале ПС. Меня зовут Ангелина. До скорых встреч!